такой завтрак в парке. Первый раз я была в такой сети кафешек Bagels, где готовят и завтраки, и сладкие плюшки Bagels. Еще дали крем-чиз и сальса для несладкого. Такой вид классный. Парк такой, мини-парк. Видите? Правда, дорога рядом, но ничего. Зато красиво. Знаете, здесь жарко, потому что крыша металлическая. И очень нагрелась она. Очень жарко, несмотря вообще. Сегодня будет самый жаркий день. 3 градуса по Фаренгейту обещают. Вот. Вот такие дела. Woohoo!